Здорово! Хочу предупредить, что после этого ролика, примерно через час, у меня будет сначала стрим на Ютубе, а после мы все, надеюсь, дружно пойдем на Twitch. На прошлом потоке мы играли в Доту, а в конце самые стойкие зрители получили рандомно подписки совершенно бесплатно, поэтому погнали! Предупреждаю вас заранее, этот ролик, как и прошлый, будет достаточно ёмкий, наверное, и первая часть будет посвящена теории, а во второй мы уже будем все проверять на практике. Поэтому для наилучшего понимания рекомендую вам посмотреть его, ну, хотя бы от начала и до конца, чтобы понимать, что куда ставить и что где будет использоваться. Потому что вы сейчас пойдете скачаете дубликаты из ТГ-канала, которые причем новые и их еще больше, чем в прошлый раз. Пойдете их юзать на какой-то сервак и не поймете, как и что работает. Ха-ха, слэм кабахает, этого мне достаточно, но можно же выжать из этого максимум, правильно? А чтобы это сделать, нужно хотя бы посмотреть полностью теоретичку. А пока представляю вам умный дом в варианте цепной реакции. Об этом ролике я писал в телеграм-канале, а именно, что у меня получилось собрать очень много материала, и не только по умному дому. Но сегодня давайте уделим внимание тому, как я пришел к постройке еще одного умного дома, и чем он будет отличаться от двух предыдущих. Давайте будем честны, умный дом 2.0 не совсем идеален, как я его выставил. Пересмотрев ролик, да, он часовой, и я его посмотрел полностью. Я выделил для себя несколько недостатков, которые я хотел бы перечислить. Работать в этом ролике и рассказать об этом вам. Первое, это, конечно же, ну, очень мало урона по сравнению со старой дубовой версией в виде какого-то огромного короба или чего-то вмонтированного посреди помещения. Вы скажете, ну блин, там же очень много слэмок, и они наверняка должны выносить любую профессию. Ну, вообще любую стандартную профессию, там где хп 200, может быть брони 100-150, они выносят спокойно. Но не забывайте, пожалуйста, во что мы с вами играем. На минуточку, это Dark RP, и на каждом почти серваке в Dark RP есть какие-то умалишенные, которые бегают на профессиях, у которых 400-500 хп, брони и так далее. С игроками такого калибра умный дом справляется, но через раз, если не реже. Компактность умного дома второй версии ударила не только по урону, а также по охвату площади. Об этом я говорил в прошлом видео, то что если чел стоит у какой-то другой стены, которая вообще не заминирована, то ему, возможно, там даже никакого дамага не пройдет, хотя нужно было бы. Итак, популярный проблемы мы изучили, теперь время перейти к их решению. Давайте посмотрим, как я пришел к постройке новой вариации умного дома. Это слишком большой проб. Если мы, к примеру, не в стене, а прям вот на входе. Стоп, а если я сделаю вот так вот? Пока я застраиваю, не забывайте про промокоды, которые в описании и у вас на экранах. Только так. Это надо быстро-быстро заложить хотя бы одну. Убирается вот этот проб, и понятно становится, откуда вообще растут ноги. А если я сделаю на ФД двоечку вот такую вот штуку. Два. К стене. Лицом к стене. Не работает то, что мы на двоечку делаем. А в смысле это не работает, если ты показал, как он взорвался? В этот раз я преследую цель сделать такой ФД, который при открывании не будет видно вообще. То есть его можно будет поставить в любой предмет интерьера. Будь то тот самый телевизор, или же, не знаю, холодильник, дубликат которого у меня уже есть. В прошлых версиях челики понимали, то, что с этой стеной что-то не так, с этим коробком что-то не так, или же с этими стенами что-то не так, и они жались в противоположную от них сторону. Мне же нужно сделать хорошее прикрытие для мины инициатора, которое будет запускать абсолютно всю цепную реакцию со слэмками в квартире. Стоп, я же могу ее расставить абсолютно по всем углам, сделать где-то по 2, ну, максимум мины, да? И таким макаром у меня получится покрыть тогда всю квартиру абсолютно. Если не получается прикрыть чем-то, то я без проблем могу сделать что-нибудь другое. Там будет... Ладно. А меня кто убил? Deep Frame. Зачем? Такое ощущение, как будто ноги чьи-то я делаю, сижу. Ладно, хрен с ним. Он делает что-то.
что-то делают. Почему? Можно смотреть? Ну, меня не раз тэпнул... Не буду говорить где, но на таком же, короче, проекте Артура, и мне сказали, это НРП. И начать бы хотелось с моей первой разработки, а именно Активатор. Что это такое, для чего оно нужно и что он все-таки делает, сейчас расскажу. Это очень миниатюрный дубликат, который поможет вам запустить всю систему умного дома. Ставить его нужно на небольшом расстоянии от основной кладки мин, чтобы сработала цепная реакция и все мины взорвались. Вы можете замаскировать его под любой проб для интерьера, который есть в Q-меню на вашем серваке. И вот, собственно, плюсы. Во-первых, это выглядит интересно и работает тоже. Во-вторых, это как какая-никакая, но РП-застройка, которая также относится к концепции умного дома. Ну вот вам пример этой отыгровки. Вы ставите этот активатор, закрываете его телефоном, все делаете через ФДшки и так далее, и перед тем как взорвать, вы по-быстрому в саундпаде включаете звонок телефона, который слышат все, и бабах, хата разлетается. Этот и другие дубликаты вы можете найти в моем телеграм-канале уже сейчас. А теперь предлагаю перейти к исследованиям и дальнейшей постройке. Блять, какая она... маленькая по сравнению со слэмкой. Работает. Она работает. Большего мне не надо. Ну и конечно же, вы наверное можете продегустировать вот этот умный дом. Еще вот здесь вот, обложив его. Тут уже не дамажит. Но не беда, потому что мы можем сделать что? Мы можем поставить... кучу таких малюсеньких абсолютно по всей квартире. Но ставьте их, конечно же, так, чтобы вас они не тронули. Маленькую коробку я уже сделал. Это первое, что нужно было спроектировать. Ну, проектированием это особо не назовешь, но все же. Теперь же надо подумать, куда его запрятать. Но предположим, что у нас комната размером вот так вот, вот так вот в ширину. И делаем следующим образом. Вот мини-коробка. Она будет вот тут. Вот мини-коробка. Теперь ставим, пробуем, взорвут ли они друг друга по цепной реакции. Взорвут. А если я поставлю ее чуточку дальше? Ну, давайте, допустим, вот сюда. Будем понемножечку смотреть. Не просвечивает, зашибись. И 20. Отлично. Помаленечку буду делать такие шажки, чтобы понять максимальную рабочую дальность этой, получается, мины. Когда она конкретно будет уже активироваться от взрыва. На каком расстоянии максимальном? Зачем? Не делай так. Сделал, да, красава? Теперь тестим. Все, на этом расстоянии она не действует вообще. То есть, чтобы включить... Хотя, подождите, мы просто можем сделать следующим образом. Нам они по факту нужны как активаторы общего умного дома, я даже так подумал. Вот смотрите, прикол в том. Даже давайте допустим, что у нас комната будет вот в ширину вот такая вот, да, или даже вот такая вот. И здесь у нас будет стоять один активатор. Вот здесь будет стоять где-нибудь один активатор. И где-нибудь между ними, хорошо выверить просто расстояние, у нас будет стоять основной блок с минами. Их там может быть 3, 4 и так далее. Вообще без разницы. И лучше сделать это так, чтобы у вас комната была в таком полукольце, кольце, который окружен минами. Когда мы будем строиться, точнее, когда все дело дойдет уже до постройки и практики умного дома, я вам постараюсь показать, как я именно это вижу для себя. У меня, возможно, получится и будет круто очень, а возможно, не получится и будет тоже... Ну, будет познавательно, думаю. Но пока что мы можем подумать над тем, что вообще можно поставить на место вот этих вот. Ну, смотря какая высота. Если вот такая высота, мы можем сюда присобачить абсолютно спокойно какой-нибудь, не знаю, телевизор.
Вот тут он где-то был на кронштейне телевизора. Немножечко полезная информация, которая, возможно, вам пригодится. Если вам не подходит проб по размерам, как у меня на экране, то вы можете эти стенки немножечко сдвинуть и все равно поставить на одну из них ФД и поставить мину и закрыть ее ФДшкой. В предыдущем выпуске по умному дому я нарушил нон-РПГан, потому что я ставил мины за оружейника, и это не соответствовало его классу оружия, который ему разрешен. Ребята, которые подметили мое нарушение, вам респект за внимательность. Мои вставки с тем, что что-то будет иметь последствия, были сделаны не зря. Ну а остальным просьба не повторять моих ошибок и брать какую-нибудь другую профессию, например, наемника. Какое-то время в этом ролике я буду также бегать за оружейника, но я на тот момент еще не знал, что это нарушение, а потом я возьму наемника и буду играть за него. Значит, мы можем просто спокойно удалить вот эти вот две... Нет, вот эти шесть, которые кубиков маленькие. И они особо роли не сыграют вообще. Останутся решающие вот эти вот остальные кубики. Не, ну просто прекрасно. Я сделал, получается, уже мини-коробку и мини-узкую коробку. Вот, еще более маленькую. И в такой вот комнате размером, конечно, может быть, раза в два больше, но шансов выжить нету абсолютно. Прикол в том, что... Ну да. А если она, получается, будет стоять вертикально, будет еще чуть больше места для того, чтобы, ну, его экономить-то нужно, когда мы делаем такого размера постройку, правильно? Она, как в случае с тем телефоном, она просто вылезает и все. Тогда надо сделать вот эту вот всю штуку на ФДшках. Одну из стенок надо по-любому так ФДшками заделать. Раз. Или стоп. Нет, так она будет выпирать вот тут. А, это нам не надо. Но это не компактная будет такая штука. Здрасте. Это будет не компактная штука. А такая, ну, на первый взгляд, вроде бы привлекающая вид. Вы можете ее подогнать под себя, сделать более идеальной вот эту вот дверцу, чтобы там углы совпадали и все такое. Я лишь пока импровизирую, что можно будет еще сделать в виде интерьера такого заминированного. Пока у меня получился телефон, вот такой вот активатор телефон. Вот так вот он будет стоять. Вот, на этой стене он стоит, здесь можно поставить один, получается, ФД. И он будет активировать абсолютно все. Я попробовал на следующий день сделать более лаконичную и красивую застройку. Да, это не супер, конечно, еще, но уже лучше выглядит, чем две стены, которые я поставил друг другу, и все. Пока я застраивал квартиру, не было особо каких-то планов наснимать то, что вот кто-то врывается в дом и получает от умного дома. Нет, во-первых, я хотел сделать дубликат застройки, чтобы потом его дропнуть вам. Это первое. Второе, я хотел немножечко протестировать на паре-тройке людей, как работает то, что я придумал. Но поскольку мы играем в комьюнити пидорасов, а именно в Dark RP, то постоянно какие-то челики приходили по фану, ставили C4, говоря, что это якобы рейд. И приходили они одни, нарушая правила рейда, когда нужно приходить по несколько человек. Один ебанат вообще попался на том, что он играет на дурачка, его тэпнули на жалобу, спрашивают, зачем ты обкладываешь квартиру C4 по КД и убиваешь владельца, когда у него уже прошел НЛР, не выходя из квартиры. Он говорит, это рейд. Ну, в итоге все до единого получили пиздюлей, а их там всего лишь было двое, но проблем они доставили знатно. Все, готово, тут есть две камеры, которые отслеживают, хотя хватило бы и одной, ребята, да. Теперь можно поработать над интерьером. Этот пришел чуть ли не плачет уже перед лицом. Зачем он это делает? Блядь, самая стойкая стена. Бля, но не хватает мозгов понять, что толку тут нечего делать. Зачем ты ставишь в мой дом C4 постоянно, я не понимаю. Не надо ставить на мой дом C4. Я не хочу, я не хочу, я хочу застроиться. Я правда не понимаю смысл этого всего.
Бля, он просто всех расстреливает, ну это хуйня. Посмотрели мы с админом демку и поняли, что этот ебаный камень из Dark RP решил просто поэрдемить, прикрываясь якобы рейдом. Но рейд делается ради какой-то материальной выгоды. Ограбить владельца квартиры, забрать его маники или же деньги с них, а потом их сломать. Или же сделать РПшку с заложниками и тоже получить за это какую-никакую копеечку. Ничего из этого сделано не было, тем более, когда я на правах новой жизни пришел и увидел какого-то незнакомого уже мне челика, который просто-напросто бегает и обкладывает магазин минами, я спросил, что он делает, и он просто-напросто меня убил. Зачем в этот раз надо было убивать, непонятно. Особенно меня удивили госы, которые все это время бегали и смотрели. Просто какие-то ебучие терпилые куколды мне попались на госах, которые ничего ему не сделали. Потом сами еще и получили пизды. Такое впечатление, будто я не в Гаррис Мод играл, а на стриме в Доту. Кто понял, тот поймет. А вам мало так, что того, что там пропы разрушены? Ну, я не знаю, у меня новая жизнь. Так, я, может быть, из увидел просто пришел, разрушенный дом. Знаю. Так, че ты туда побожал? Но это мой дом, и я хочу узнать, почему он разрушен. Привет. Но так НЛР-то закончился, и я могу туда прийти и поинтересоваться об этом. Ты же сам сказал. Ну да, только таймер НЛР-а уже прошел. Так он тебе как раз таки и объяснил, что... Он видит то, что его дом разрушен, пошел поинтересоваться, что с ним произошло. Овер тупой челик. Он не знал, челик. Что его бахали по новой жизни. Мы просто время тратим, он тучу вопросов задает, каких-то глупых, не связанных. Уже у него и ввод в заблуждение, и нон-РП. У тебя еще, у тебя фрикил? Чем тебе боже, глупые вопросы? Да я не буду тебе пытаться что-то объяснить. Извините, ты еще тысячу вопросов фрикила, об этом задашь. РДМ. Да, у нас такое тоже уже было, в принципе, когда человек специально разыгрывает жалобу так, чтобы он ну, дольше шла. Ну, бань тогда. РДМ, на НРП и вот так, заблуждение. У тебя получается РДМ, да, РДМ и НРП. И плюс мне не особо есть смысл тянуть время. Так, как я понимаю, на максимальный срок, который я могу, потому что я бы так забанил его на 4 дня за махинацию, но я не могу физически. Всем у меня удачи. Жизнь ебана. Ну да. И нихуя они тут не получили в этом, блядь, доме. Это да, что за нахуй? Ебанутые люди абсолютно, блядь. Не все взорвались. Они как-то рандомно взрываются. Значит, нам надо сделать кое-что другое. Поставить вот такой коробок. Да, можно будет взрывать отдельно вот это вот, но это будет не прикольно, пацаны. Это будет не совсем то, чего я хочу добиться. Отлично, отлично. В общем, сейчас объясню. Это вот так вот работает. Это готовая застройка. Копирую, это удаляю. Угу. Зачем он меня убил, бля, я не понимаю. Выйди с моего магазина, зачем ты это делаешь? Отойди. Бля, зачем? Бля, вижу чела с такой профессией или любой другой какой-нибудь крафтовой, донатной, я сразу вижу дауна перед собой. Отвечаю вам. Зачем ты ставил сишки в пустой дом, который уже зарейдили? С какой целью? Ну что у него с голосом? Пускай он нормально скажет, тогда я буду говорить нормально. Ты не в том положении, чтобы условия ставить. Зачем ты сишки делает. Ставишь? Голос нормальный. Пускай он нормальный голос поставит, тогда я буду. Давай ты тоже нормальный голос поставишь, мне тоже этого не нравится особо. Нормальный голос, чей ты к нему пристал? Я его еле понимаю. Да тебя тут тоже еле кто понимает по твоим действиям. Зачем сишку поставил? Рейдил, а что ты рейдил? Уже зарейженную квартиру, в которой ничего нету, с какой целью? У тебя там была стенка. Хай, стенка. За ней нет ничего. Ну а я откуда могу знать, то, что там ничего нет? Ну а смысл ломать и так взломанную квартиру, окно. Где все ФД основные и единственные окно выбиты? А я откуда могу знать, то, что там ФД? Ты кейпад один видишь, нету. Который вскрыт у уже? У него соло, он, блядь, один пошел мне ставить 4 шпы. Ну это значит, ты просто так пошел поставить сишку, но НРП. Нет, там мой друг. Улыбка. Какой друг? Не там, ты один уже. Был там. Ты один там был. Ты пришел, убил меня один еще с самого начала, через стену. Зачем? Тебе вопрос ну, задали. Я ему тоже вопрос задал, почему нормально, типа нормально. Да, я не понимаю своим голосом дебильным. Чтобы не занимать лишнего времени, я сразу скажу, посмотрели демку, поняли, что он обманывает, говоря, что он не убивал меня, но это было видно, во-первых, по логам, во-вторых, это он стоял у двери, как только я вышел со спавна. У тебя махинация плюс РДМ. Я такого вообще не помню.
Ну, пиздит. Ну, я же говорю, пиздит, пиздит, пиздит. Обманывает, обманывает. Да заеби свое ебало. Плюс РД. Бля, тварь ебанутая, больная. Больная ебанутая тварь, закрой пасть нахуй. Я своему Машу ебал, заеби ебало своего вонючая. Да-да-да, расскажешь. Выдавай ему тоже неадекват, блядь. В курсе, что я твоему бате верхний ряд зубов выбил хуем? Тварь ебаная. Сын ебало, блядь. Сын ебало, блядь, еще что придумаешь? С ником Кирилл 2008, закрой пасть нахуй. Деревенский дебил, блядь. Просто пиздец. Когда, блядь, сидел, нахуй, под шконкой сидел. Под школькой. Бля, ты же уже почти плачешь. В чем дело? Что такое? Под шконкой, дебил, блядь. Хватит. А еще у вас кадмина и неадекватное поведение. Во прикол. Сын ебаный шалавы, блядь. Может, тебе листочек другой дать? Неинтересный сын, бляди, какой-то. На следующий день я зашел снова и решил попробовать опять что-то застроить. Благо, мой дубликат с той квартиры хорошо подошел в другую, и всего лишь надо было убрать ненужные пропы. Успел я даже просрать несохраненную застройку, и это вылилось в некоторый порыв эмоций. Блять, ну ебаный в ру! Я въебал свою квартиру, которую я только отстроил, блять. Но не беда, я уже в третий или четвертый раз так делаю, и еще раз, мне не сложно. Пришло время тестить новую наработку, которая является совмещением абсолютно всех наработок со всех прошлых роликов. И тут меня тоже ждал так называемый эпичный фейл. Давайте называть его еще двушечку сюда. Блять, какую я хуйню несу. Ладно, смотрим. Еще двушечку сюда. Бля! Кривовато поставил, кривовато, признаю. Бро, тебе надо тренироваться, да? Но ничего страшного. И сюда мы просто распихиваем, блядь, мины, как только можно. Но она ж не коснулась, кстати. И то, наверное, тоже рвануло, да? Ну, значит, это хорошо на самом деле. То, что у меня... Блять, а камера-то по пизде пошла. Камеру я, наверное, поставлю здесь вот где-нибудь. Можно и 3 впихнуть, а если можно и 3, то нельзя упускать возможность. Бля, ну она же ставится, не пересекая луч. Какого черта, сука, я не понимаю, блядь. Может быть, тогда нужно сразу первую в самый низ ставить, на саму полку, а другие на стенку. Очень загадочная хуйня с этим холодильником, ребят, на самом деле. Теперь суть такая. Стоит вот этот небольшой активатор. Его можно поставить внутри своего помещения или же снаружи, чтобы видели его другие люди. Но тогда вам придется сделать 2 ФД. Потому что я попробовал, у меня не получилось. У меня получилось только сделать в виде вот этого телефончика. И я поставил его недалеко от себя. Но активатор работает следующим образом. Мы подрываем здесь. Взрыв переходит сюда, и эффектом домино взрыв еще должен перейти в идеале вон туда. Открыт магазин оружия, наценка небольшая, я возле ангара. Умный дом я настроил, мне хватило даже одной команды. Вот где-то. А, настроил режим обороны, подключил запись, все. Здравствуйте. Вы что-то хотели упаковка приобрести? Упаковка калашей есть. Упаковка калашей, коробка. Да, да, сейчас я гляну, по ценам сориентирую вас с удовольствием. А упаковка калашей будет стоить 45 тысяч. А 45 тысяч будет стоить упаковка калашей. 45 тысяч? Вот, держите ваши калаши. Мой первый покупатель! А что у вас есть по типу снайперских и оборонительных, допустим? АВП, дробовик Леон. АВП стоит 70 тысяч, а Леон 30. Еще раз. АВП стоит 70 тысяч, а Леон 30. Покиньте магазин. О, это все, ушел. Вот. Не понял. АВП 70 тысяч. Дробовик автоматически 30. Так, давайте я вам просто 200-300 тысяч дам, а вы мне что-то снайперское и что-то... Хорошо, тогда бонус от магазина также прилагается. У вас реально очень охрипший голос. Вы ангиной, наверное, болеете? Ну да, захворал чуток. Вот ваше оружие.
Раз, два, три, спасибо, и четыре. Вася, это что? Это что, все мне? Да-да-да. Дела шли, как обычно, хорошо, я продавал свои поставки и спокойненько зарабатывал с этого денежку. Умный дом не пришлось использовать до определенного момента. А что же это за момент, расскажу вкратце. Как-то раз ко мне в магазин зашли несколько блатных козявок и начали, сука, выяснять отношения. Ну вот нету, ребята, на банклаве никакого другого места для этого, кроме как магазин оружия, один-единственный на весь сервак. Я вам говорил, что... Сработало. Проблема, блядь. В смысле проблема? Че, блатное такое? Ебать там. Блядь, чел. Вы давайте без выяснения отношений, у меня в магазине это не приветствуется. Ну подожди сейчас, брат. Что ты тут вообще, блатной? А че, оружие есть, чтобы меня, типа, запугать? А ну. Я не рекомендую вам доставать оружие. Я вам крайне это не рекомендую делать, хорошо. Я на Диком Западе родился, сынок. Ну, как бы никто особо и не просил. Вот. Дела сразу пошли в гору, я очень много получил за свою торговлю. Мне попался очень щедрый клиент. Ну, что-то более такое скорострельное. А, Леон будет стоить 31 тысячу. Вы стойте ровненько, пожалуйста, я сейчас сфотографирую вас. Я думаю, вы не против, это просто нужно для того, чтобы предоставить данные мэрии, чтобы люди знали, кто конкретно покупает, и в случае чего проверяет лицензию. С вас 31 тысяча. Я вам, кстати, хочу сказать о том, что у нас такая своего рода акция проходит в магазине. Если вы приходите в следующий раз с промокодом CREAMSAUCE, CREAMSAUCE 1000, то вы получаете скидку, соответственно, в 2000. Ой, что, я могу и туда достать, да? Ебать. Да? Ой-ой-ой, блядь, как опасно было! Мне просто... У меня сердце перестало на буквально миллисекунду биться, блядь, от того, что происходит. У меня в холодильнике. Расставляем вот здесь. Ну ты же делал скрытные. Изначально ты хотел сделать скрытные. Ну, блядь, ребята, я скрытными, я не могу додуматься, как сделать так, чтобы выносить профессии, у которых дохуилиард ХП и брони. Вот, извиняйте, но, блядь, вот так как есть, да? У меня есть более-менее скрытное место для того, чтобы хранить тоже много мин, ребят. И это, считайте, часть интерьера. Это холодок. Чем вам не место? Посмотрите, сколько тут пиздеца может произойти. Снова делаем режим обороны. Делаем CREAMSAUCE рекламку. Ребят, кстати, из этой хаты вот впервые никто особо живой не уходит. Я, кажется, понял идеальную страту, как расставлять их. Ребята, блядь, я вспомнил мем, где какой-то турок, блядь, сидит в кухне, спрятался, пока кто-то кого-то обыскивает, нахуй. Сука. Ребята, мы в засаде. Да-да. Всем привет! Я заложил в свой холодильник 500 тонн тротила, а еще столько же у меня находится за стеной слева. Пока я торговал оружием и обслуживал новых клиентов, я заметил, что за мной наблюдает какой-то чел с фотоаппаратом. Шпион, сука, подумал я, но нет, это был обычный журналист. И мы с ним немножко поболтали и разошлись, вот такое вот РП тоже бывает. Здравствуйте. Вы, может быть, хотите внутри поснимать помещение? Поснимать? Ну да, да, просто вы наблюдаете, там уже стоите сколько времени. Я сначала здесь поснимаю, потом какое-то другое. Вдруг думаете, что я именно на вас как-то... Не, ну вдруг, может, интересно или что такое? Да, интересно, я сейчас так поснимаю, постою, потом, если что, подойду. Вы можете не отвлекаться на меня. Хорошо. Я никак не хочу вам испортить. Вы просто целились с пистолета, работу. Я вот решил подойти узнать вообще. А, да-да-да, не вопрос, не вопрос. Я бы тоже, наверное, подумал, что что-то странное. Ну, в общем, тогда, если нет проблем, то всего доброго. Здравствуйте. На вас заказ.
Один такой маленький активатор и пизда всем. Сленки — это 5-й класс оружия, а у продавца оружия 3-го. Ты поставил сленки, которые 5-го класса, ты не мог их поставить. Ай, блин. Ну все, сдаюсь. Я молчу про то, что ты взорвал там что-то, но это не ты взорвал, это тип пробежал, типа, вопросов, но... Ну все, говорю, сдаюсь, руки подняты, вот он я. Выдаю вам 10 минут на норпаган. А это, у меня просто вся постройка сейчас по одному месту пойдет. Ну, выкуп дать готов? Откуп. Ну давай там, не знаю, сколько, 100, 200? Ну, 1400, в принципе. Окей, давай. А можете посмотреть, там забаненный пытается проникнуть в квартиру, чтобы слэмками заэрдемить других челов. Забаненный ник Киника. Он мешает постоянно. Дит по КД просто от этого забаненного бегает, прыгает туда, за этим. Ну вы можете сюда, да. Можете его тэпнуть, он просто очень мешает. Я уже собирался увольняться с должности продавца оружия и хотел податься в госы. Но не прямо госы, которые бегают с бейджиками, тазерами и так далее, я хотел стать наемником, который предлагает свои особенные услуги. А услуги заключаются вот в чем. Я иду, предлагаю мэру оборудовать соответствующее здание умным домом и обезопасить всех присутствующих там от рейда. Такой вариант умного дома мне нравится еще больше, потому что это хоть что-то да новое. А сидеть постоянно АФК камнем за продавца оружия с умным домом не так уж уже интересно, согласитесь. Особых заказов за наемника я так и не выполнил, но это не была моя первоначальная цель. Основная была в том, чтобы я сделал какую-то новую вариацию умного дома, то, как он будет работать несколько по-новому, но задумка та же, сделать большой бум. Повыбивать зубы донатерам, которые думают, что если у них 500 хп, то им все можно, в том числе нарушать правила, но это далеко не так. Я бы хотел поговорить с вами насчет работы. Какой работы? Я хочу поговорить с вами с глазу на глаз. Я говна в тряпочку наложил. Вот, в общем, суть такая, что я хочу предложить свои, так скажем, услуги строителя. Ну уйди, не мешай, ну что ты делаешь? Хочу предложить свои услуги строителя, который может обезопасить ваше здание мэрии на случай возможного переворота или же восстания бандитов против мэра. Да, спасибо, не надо. Правда. Хорошо, тогда я буду работать если в интересах что, других лиц. Всего доброго, я не буду вас уговаривать. Спасибо, не надо. Будет прикрытием. Хоть у меня и нету оружия с собой, да? Да, ящичков нету. Открыто бюро найма возле вышки. Хорошо, я буду наемником, у которого есть разрешение пользоваться 5-м классом оружия. Не думаю, что это нужно делать. Посмотреть кое-что. Иди нахуй отсюда. Ебанат. С твоей камерой пришел, блядь, пикать ее. Пиздец, такой умный, нахуй. Пососи мой пенсил. Ты нахуй, долбоёб. Давайте вы будете конфликты решать в другом месте. К терминалу подойдите, вон там, возле двери. К терминалу подойдите возле двери. К терминалу для оплаты. Так, здравствуйте, можно к вам обратиться? Да, пару секунд. Я вообще, в принципе, слушаю. Сейчас я дело доделаю. Если что, не ставьте камеру, пожалуйста, в проб, хорошо? Хорошо. А чем это мешает? Кому? Про попозе точно не скажу как-то, что я давно играл. Но есть правило, что, ну, то, что камеры нельзя в пробы ставить. Просто пробы простреливаются и так, и так, и их и так можно сломать. И как бы она и так прострелом убивается, и этак, стреляй, не стреляй по ним. Просто поставьте чуть-чуть по-другому, и все. Ага, а в эту сетку нельзя поставить? Совсем шушуть по-другому. Да, хотя ладно, ставьте. Вот, если он правда простреливается, тогда окей.
В общем, побегал я какое-то время еще по серваку, поставил несколько мин, и потом под конец уже не особо игра задалась. Всему виной местный контингент, который, как я говорил в прошлом ролике, принято считать за недолюдей, которые недостойны для существования в нормальном мире. Кто-то приносил, как вы могли видеть, камеры, чтобы стриггерить мины просто так, я так и не понял, зачем другие челики, которые просто-напросто по приколу нарушали правила в мою сторону, типа РДМа и так далее, они улетали в бан, приходили за забаненных, триггерили мины. Опять же, челик, когда приходил и убивал меня по заказу, это было в ролике, можете перемотать, нету к этому никаких абсолютно претензий. Это, пусть и минимальное, но РП. Но когда к тебе по КД прибегает стадо спидозных даунов и ломает тебе либо постройку, либо отыгрыш, либо просто-напросто мешает что-либо делать, или же вызывает РДМ, который ты не хотел делать этими минами, постоянно взрывая их, то играть становится не особо прикольно. Но ничего, отчаиваться не наш вариант, ведь для чего я здесь, правильно, для того, чтобы показывать вам долбоебов с Dark RP. Итак, перейдем к итогам. Нет, 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 ролик не заканчивается. Просто это итоги постройки, которую я только что использовал. Точной статистики тут не ждите, но мне кажется, эта постройка себя более чем оправдывает. Можно, конечно, справляться и без активатора, но все же не так интересно, сами понимаете, да? Когда ты что-то строишь, ты продумываешь, как все будет работать. Ну, мне это самому в кайф на самом деле. Наконец-таки хоть что-то новое в Dark RP, кроме пресловутых жалоб, таких же долбоебов, которые читают одно и то же с листочка про voice mod, и вечно сидящих в тюрьме игроков за нелегал или же за неподчинение. А теперь, ребята, возвращение к истокам. Помните первую версию колонны, которую я пытался сделать? Я пробовал сделать ее закругленной, но тогда особо в голову не приходили варианты, как сделать конкретно, чтобы она хорошо работала. Но я выбрал хорошее здание, которое находится на один этаж выше первого, которого я использовал для застройки. Находится оно возле вышки, и я использовал старые наработки вместе с новыми, и они отлично работают. Суть абсолютно такая же, только место закладки слэмок теперь вместо трех – две. Двух достаточно, тем более, когда комната становится очень и очень маленькой. На одной из стен, неподалеку от центра, мы располагаем свой активатор. Можно теперь сделать абсолютно любую версию. Я вот, например, сделал в виде вентиляции, как я и говорил в прошлом видео. В центре ставится наша колонна, и она основной дэмэдж-дилер, от которой зависит все. Поэтому мы ее обкладываем максимально, как возможно, слэмками. Алды помнят то, что когда я ставил на округлые стены этой колонны слэмки, то они светили лазерами в абсолютно разные стороны, и получалось поставить нормально одну, ну максимум две. Но в этот раз внутрь этой колонны мы ставим наш среднего размера коробок, на который мы можем поставить сколько угодно мин, и таких коробков тоже можно поставить сколько твоей душе угодно. Учитывая размеры комнаты на ваших экранах, думаю, можно уже понять то, что пиздюлей получат абсолютно все, кто захочет мне как-то навредить. Теперь надо бы сделать скрывающуюся дверь. Открываться и не особо нужно будет. На пятерочку поставим вот это. А можно даже друг на друга их ставить. Да, спокойно вообще, пацаны. Давайте сделаем ровненько, давайте. Мне вот этот вариант, кстати, очень нравится. Интересный такой. Да. Поставим на самый верх вот эту вот штуковину. Взорвались. Работает. Теперь нам надо сделать следующее. Пятерка открывает закладку вот этого, четверка вот этого. Если мы сделаем следующим образом. Тут у нас все стоят? Да, тут все стоят кубики. Нам нужно теперь кубики сделать на эту кнопку. И как бы сразу боевую готовность настроим. Давайте глянем, как это будет работать. Раз. Два. Ну так, чисто ради интереса. Если мы сделаем кое-что еще по-другому. В идеале можно было бы вытянуть, но было бы пространство. Поэтому приходится делать вот такие вот двойные вентиляции. Теперь обновленная колонна позволяет ставить вот такую вот округлую в виде конуса. Ну и теперь мы ее испробуем. И еще помимо вот этих коробков можно обложить вот эти части. Да. Еще, блядь, одно слово, я всех перехуерю, блядь. Напоминает куш. Давайте о! Без этого говна, пожалуйста. Уберите оружие. Я надеюсь, это не то. Я тебя, блядь, предупредил. Я вас тоже. Он маленький, который вот там находится. UFO!
На самом деле, я так и не понял, зачем он прибежал в магазин, начал угрожать всем оружием, стрелять по магазину, по стенам, а потом и убил меня. Вот реально не знаю, ничего, блядь, такого не было. Он просто с нихуя пришел, начал всех крыть матом, угрожать всем и убил. Но я обещал вам то, что мы сегодня будем чисто умным домом заниматься, правильно? Поэтому еще немножечко посмотрим на то, как умный дом в действии работает, а потом, через время, я вернусь к вам со второй частью ролика. Я думаю, стоит сделать по классике, ребята. Мы убираем вот это вот. На эту хуйню мы ставим полностью ФД. Ну, ребята, возвращение к истокам. Старая колонна умного дома во всей красе. Не во всей, конечно. Две бляди ебаные, сосать хуй работает. Блядь, два умных дома в одном здании. Это что за имба, блядь? Сука, колонна работает, она ебет просто все, что можно. Это темный лорд, кстати, был с донатной профессией, понимаете? Просто настолько похуй было. Ребята, не почувствовал, блядь. Не почувствовал. А вот это он лежит, не возрождается, смотрит с того света, куда же я ставлю мины на следующий рейд. Чё ты подсматриваешь? Возрождайся, давай, уёбывай отсюда. Сидит он тут. Вопрос номер один. Разрешение на войс мод имеется? А кто сказал, что у меня войс мод? У меня сейчас занят был, ты меня отвлек. Верни обратно, я застроиться хочу. Разрешение на войс мод. Я занят, верни меня, а потом я тебе отвечу на все вопросы. Отлично, войс абуз. Прекрасно, прекрасно. Жалко, я только не сохранил, да?